Случилась очередная беда, и очень срочно нужна помощь. Позвонил молодой человек в полной растерянности. Он шел на работу, и ему дорогу перерезала собака. Она чуть держалась на дрожащих лапах, скулила, поднималась, падала и, наконец, затихла, упав в кусты. Парень обратился за помощью и прислал это видео. Валентина попросила его подождать, пока она организует помощь для собаки. Все было организовано оперативно. За собакой выехала женщина и сразу отвезла ее в клинику. Врачи уже ждали. Вставай, вставай, вставай. Вставай. Она не может ходить, трусится все. Собака возрастная, у нее бельмо на глазу и неврологические проблемы. Она небольшая, напугать никого не могла. Похоже, что ее избили. Наверное, за то, что просила еду или зашла в чужой двор. Остается только догадываться, что случилось. Основной удар пришелся по голове. Назвали ее Дора. Девочка очень в тяжелом состоянии. Оставили в стационаре. Сделали рентген. Переломов нет. Биохимия ничего страшного не показала. Уже в клинике у нее отказали лапы. Больше она не вставала. Сейчас она на капельнице под наблюдением врачей. Новости о ней мы расскажем завтра. Дай Бог, чтобы она пережила ночь. Мало кто может сегодня оплатить ветеринарные услуги. Но все вместе мы можем помочь Доре. Пожалуйста, не проходите мимо.